Привет, друзья! Лето просто немыслимо без мороженого, разнообразных сорбетов. Сегодня будем готовить замороженный йогурт с вкусным, спелым, желтым тайским манго и ароматной свежей клубникой. Первым делом необходимо все ингредиенты смешать, измельчить с помощью блендера. Можно, конечно, попытаться сделать это и вручную, но пыхтеть придется долго. Готово. Теперь необходимо эту однородную массу заморозить. Можно просто переложить ее в какую-нибудь миску или контейнер, поместить в морозилку и каждые 15 минут перемешивать, пока она не обретет необходимую консистенцию. Перемешивать нужно, чтобы она застыла однородно, без образования явных ледяных комочков. А можно призвать на помощь технику. Так повезет тем, у кого есть машинка для приготовления мороженого или, как у меня, специальная чаша для миксера. Я ее храню в морозилке, откуда в нужный момент извлекаю и устанавливаю вместо обычной чаши для смешивания. Всего через каких-то 15-20 минут я получу вкусный освежающий десерт. Фокус в том, что в стенках чаши находится специальная жидкость, хладоген, который помогает быстро охлаждаться той массе, которая в чаше смешивается. Есть такой йогурт можно сразу, а можно отправить ненадолго в морозилку, если приготовили его заранее. Но не держите в морозилке слишком долго, иначе йогурт может окаменеть, и тогда понадобится переместить его в холодильник, дать немного оттаять перед сервировкой. Готовить такой замороженный йогурт можно с чем угодно, не только с манго, не только с клубникой. На дворе лето, полным-полно ягод и фруктов, которые можно использовать. Смело экспериментируйте, ищите простые рецепты в блоге. С вами был Саша, Cooking Time. Пока-пока!